Запускал рекламную кампанию, сделал несколько групп объявлений, в каждой по одному ключу объявлений, но при показах объявление из первой группы показывалось не по своему ключевику, потому что надо использовать переименосовку. И Евгений, в принципе, все правильно писал. Так, идем дальше. Наконец-то к вопросам поднялись, к актуальным. Так, сейчас смотрю сразу, чтобы... Так. Меня просят тут помедленнее рассказывать. Давайте я буду медленнее рассказывать, то у вас вопросы быстро закончатся. Так. Вот, вопрос от ребят, уже от директологов. При порте компании из Яндекса в Google... ключевую фразу оставляю как есть, предварительно их сгруппировав по смыслу. Ну, видимо, ты сначала их удаляешь минус слова оттуда. А Google начинает показывать объявления по широким запросам. Ну да, я понял тебя. Ты имеешь в виду широкое соответствие. CTR при этом 3-4%. Устав добавляет все новые и новые стоп-слова, кавычу все фразы. Там не кавычение, называется фразовое соответствие. Сразу становится лучше. Почти все запросы становятся ключевыми. Лучше использовать фразовое соответствие, сразу говорю. CTR растет до 10. Но и кликов становится в разы меньше. Да, мы сужаем вопрос. Правильно ли я делаю и какие есть еще варианты ниши дизайна интерьеров? Если у тебя дизайн интерьеров, ну, во-первых, я сразу скажу, Жень, есть очень простое решение. Ты можешь создать рекламную кампанию, неделю открутить ее в широком соответствии и посмотреть, сколько приходит заявок. Ну, как бы смешно ни звучало. А потом поставить фразовое соответствие, не кавычить, а именно фразовое соответствие поставить и открутить еще неделю. И посмотреть, сколько заявок приходит, самое главное. Если заявок приходит меньше, использовать широкое соответствие. Ну, на самом деле, чем CTR больше, тем больше скидка на, как бы, на цену клика, конечно же. Вопросов нет. То есть все будет зависеть именно от того, чего тебе нужно больше. Заявок или меньше расходования бюджета, конечно же. То есть вопрос такой скользкий уж, извините. С чего стоит начать сбор семантического ядра для ниши психологическое консультирование для похудения и здорового питания? Со слова похудение, в котором миллион... Был во всяком случае, миллион показов. Сейчас, наверное, около 1,5 миллиона. И оттуда начать собирать ключи. Со словом именно похудение. Ну и здоровое питание. Еще можно диетолог попробовать. Ну, оттуда пособирать ключи именно из этих всех запросов. То, что вам интересно. Именно собирать, прям Wordstat открываете и прям шлепаете, смотрите. Сейчас Wordstat не могу показать, потому что у меня он с капчами просто будет жестко мне кидать.